Клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальников высоко, нести честь и достоинство работника органа и подразделения по чрезвычайным ситуациям, защищать жизнь и здоровье людей. Территорию Республики Беларусь в чрезвычайных ситуациях обязуюсь быть мужественным, честным и самоотверженным. Именно так каждый, кто стоял в строю, произносил слова клятвы с дрожью в голосе и с волнением. Ведь это тот самый ответственный, важный и по-своему трепетный момент, который запомнится надолго. Павел Бык в числе тех, кто поклялся верой и правдой служить Отечеству и достойно исполнять свой профессиональный долг. Как признается юноша, он пришел работать в МЧС по зову сердца. А сегодня он в строю на священной земле Брестской крепости произнес те самые заветные слова. Клятвы. Мне нравится эта профессия, я впервые ее заметил в 11 классе. Захотелось поступить, узнать, как это, быть спасателем, помогать людям. Мне по душе вот эта профессия. Не скажу, что у меня что-то разочаровало, наоборот, все хорошо, потому что как бы эта профессия очень достойна и высоко ценится в нашей стране. Для меня это очень знаменательный день, потому что такого принятия присяги у меня больше не будет. Это единственный день в моей жизни. И поэтому нужно уложиться на полную, чтобы запомнить этот день и чтобы его запомнили наши родные. На верность Беларуси и ее народу присягнули молодые сотрудники, которые служат в подразделениях МЧС практически во всех городах и районах Брестской области. Четверо новобранцев – офицеры, которые получили первое звание на первом рабочем месте. Многие молодые люди пополнили ряды спасателей уже после службы в армии. Слова присяги произнесла и единственная девушка. В частности, инспектор сектора пропаганды Центра безопасности жизнедеятельности в Бресте Карина Дуброва 4 года проработала в областном управлении МЧС на гражданской должности. Я 4 года проработала в Брестском областном управлении МЧС, уже до этого на гражданской должности. И для меня сегодня это очень важный день в жизни, потому что я долго к этому шла, я мечтала об этом еще с самого детства. Поэтому это очень знаменательный день для меня сегодня. И я очень рада, что сегодня была присяга. И присяга – это очень такой ответственный день. И я очень рада, что все вот так вот получилось. Сегодня среди молодежи профессия пожарного популярна. Она требует воспитания в себе серьезных качеств, твердости духа и решительности. Среди молодежи профессия спасателя вызывает популярность, потому что она требует воспитания в себе серьезных качеств, твердости духа, решительности. Поэтому те ребята, которые хотят попробовать себя в этой сложной профессии, они, конечно, с удовольствием к нам идут. Имея хорошую физическую подготовку, и мы с удовольствием принимаем их в свои ряды. Пожарные – это не просто профессия или работа. Как бы это пафосно ни звучало, служба в МЧС – настоящее призвание. Однажды выбрав свой путь, человек очень редко меняет свой курс, посвятив всю свою жизнь спасению жизни других.